Слава Украине, привет от Полонского. Апдейт по э, Бавовне Воронежской области. Ребята, а Бавовна того стоит, чтобы сделать по ней апдейт. Сегодня, значит, населенный пункт Сергеевка. Воронежской области э, совершенно, ну как недалеко, в районе 160-170 километров от границы Украины. Соответственно, это дрон пролетел километров, наверное, 200-250. Вот, э, попал по складу БК. Я с утра вывесил на телеге у нас несколько видосиков, которые характеризуют этот взрыв и эту детонацию. Но знаете, на тех видео, как бы, ну как вам сказать, нет масштаба. Непонятно, непонятно, что там взорвалось, непонятно сколько. Снято с большого расстояния. Да, видно, что упало. Да, видно, что есть детонация, но не совсем ясен масштаб. А теперь уже ясен. Это масштаб просто катастрофический. Там тысячи тонн боеприпасов. Чтобы вы понимали, это джетпот. Да. Наши попали просто в... в, Зюзю, что называется, попали. Да. Значит, это один дрон сделал. Один дрон пролетел и попал как надо. Да. Значит, там, как казалось, гигантские военные склады, сравнимые по масштабам с вот этими нашими складами, которые взорвались, помните, до войны, да, в 15 году, в каком-то, Лаз... Лазовая... богда Богданевка, о, да, точно помню, Богданевка была и так далее. Вот, то есть, э... ну и у Рашистов было такое на Тихоокеанском флоте там в Приморском крае тоже такой же приблизительно масштаб был взрыва в свое время еще до войны. И вот сейчас второй такой вариант, видимо, это была такая центральная база по снабжению всего Рашистского фронта э, оружием. Наш... Да, дрон принадлежал СБУ, СБУ отработала. Что они сказали? Значит, что э, на базе хранилось ракеты? Земля-земля, ракеты, воздух, земля. То есть это то, чем обстреливают э, Украину постоянно: э, танковые снаряды, снаряды для российской артиллерии и грады, понятно, ну, грады, понятно, это земля-земля, и большое количество. Э, Стрелкового оружия и, стрел... и патронов для стрелкового оружия, то есть, вот это все там хранилось. То есть от ракет и кончая стрелкотней в гигантских количествах, и вот сейчас уже вы вывесили новое видео, которое действительно показывает исполинский масштаб того, что там происходит. Там сейчас идет детонация активная. Вот, то есть сначала попал дрон, он попал, видимо, в очень удачную болевую точку, ну, а дальше уже помогать не надо, там оно само себя все это дело подрывает, и дальше оно просто несется. Уже есть видео, как там, да, пошла эвакуация очень серьезная оттуда, потому что там находиться невозможно. Снаряды эти, грады, оно все летит во все стороны. Местные эвакуируются, разби... много разбитых домов, там такое комичное видео тоже я вывешивал как житель Воронежской народной, там ходит вокруг дома, смотрит, там его дом не разбит, ну так посечен немного осколками, а вот соседские дома разбиты были. Что э, цикавит, разбавляют чудовую украинскую мову. Да, то есть там, <coughs> там люди говорят по-украински, это Украина. Это я уже не первый раз вижу, когда в Воронежской Народной, говорят по-украински, кстати, в Белгородской Народной то же самое. Поэтому вопрос о статусе этих областей, с моей точки зрения, пока что еще открыт. Вот. Но это будущее дело. А пока что вот такая, такой джетпот в виде попадания, я так понимаю, или самого большого склада, или одного из самых больших складов урашистов на вот европейской территории. И когда она все детонирует, непонятно. Такие вещи могут гореть или взрываться неделю, например. И подъехать туда только можно на, на танке. По-другому никак. Есть специальные там бронемашины, которые вот, сделаны на основе танка. Они там тушат, способны, расп... скорее даже не потушить пожар, а просто э, подъехать и делать какие-то манипуляции. Тушить это невозможно вообще. Вот. Так что, кому интересно, перейдите, перейдите там, на телегу, посмотрите, как это все выглядит. Это действительно исполинское попадание. Такое, что знаете, одно на тысячу.